Это небольшая игра, которая поможет вам оценить свои способности совершать правильные выборы, если их можно так назвать. Короче, должен выбирать, кого задавить. А, одного, конечно, задавить. 5 живо будут. Задавить одного, 5 оставить живых. Это же логично. Халява, так. Клубничку или помидорчик? Клубничку оставлю. Правда, не знаю, какая разница, но оставлю, допустим. К примеру. Пиццу или бургер? Блять. Пусть будет бургер, останется в живых. Бургер понасыщеннее будет, так что, скорее всего, бургер. Собачку или кошку? Сорян, кошка. Я собак больше уважаю. ББ. Наггетс, надеюсь, не видел. Ребенок или старик? ББ, старичок. Там жизнь молодая, понимаешь, братон? Так, бизнесмен или рабочий? Иди на бизнесмен, я бабки заберу, рабочий заберет, станет бизнесменом. Нахуй ему ты нужен? Либо собаку, либо женщину? Ну, как будто очевидно, нахуй. Зачем женщина, когда есть собака? Либо ребенка маленького, либо среднего? А здесь хуй знает на самом деле. Давай задавим большого. Чисто по статистике, это, наверное, уже а это можно воспитать нормальным человеком, есть шанс. Собачку или ребенка? Не, ну, Бобик, здесь, конечно, сорян, здесь придется мне тебя сдавить. Все-таки тут непонятно, женщина или мужчина, поэтому... За ребенка буду топить. Ну, как бы очевидно, вот этих двух, потому что у них же ребенка не будет, а у этих будет ребенок. Ну, это просто физиологическая история. Очевидно, выгоднее двух женщин сдавить. Плюс в два раза меньше проблем. Так, либо же двух женщин, либо двух мужчин. Ладно, посрать, больше пёст. Папа или мама? А, у меня папа-то ушел из семьи, нахуй он мне нужен. Тут даже выбирать не надо. А отчим был в твари, я бы и так бы сделал. Людей убито, детей убито. Собак убито. Ну, как будто хороший результат, детей я не убил. Отличные выборы. Но есть нюанс. Давай. Пранкерша стоит в диванных войсках. Блин, лучше я вот эту задавлю. В диванных войсках, сука, блин, 75 лет, еще и богатая. Построила мост, убирает за животными. Пусть убирает за животными, а ты мост построил, и ты больше не нужна, чисто логически. Не, ну построил-то молодец, ну как бы, а смысл от тебя в будущем? Ну, респект. Обманул проститутку, любит петь, но не умеет. Сталкерит соседку, защищает права животных. Ой, блядь, давай ББ, на. У него, видите, там еще этот ножик. Ненавидит Гарри Поттера, играет в Майнкрафт, убирает за животными. Нормальный тип. Еще и родит кого-то. Отговорил мужчина от суицида, спас планету, основал финансовую пирамиду. Ну, ты уже спас планету, так что какая нахуй разница? Патологическая лгунья, закончил учебу с отличием, разбрасывает носки, купил еду бездомным. Ну, это и 83 года, это и 21. А нахуй вы нужны, блядь. Программист любит пиццу с ананасами, продвигает эко-товары, делает подарки без повода, ходит в туалет с приставкой, ест и не толстеет. Ест и не толстеет, сдохнем, блядь. Отсидел в тюрьме, завел кота, чтобы научить его кодить, сдает кровь, восхищает собственным отражением. Да, вот просто вот здесь, наверное. Завел кота, чтобы научить его кодить. Что за тупая идея? Еще, видимо, пьет. Видите, бутылка рядом. Играет в азартные игры, закончил учебу с отличием, отсидел в тюрьме, жертвует деньги больным. Я не больной, поэтому нахуй нужны деньги твои. Отговорил мужчина от суицида, самоотверженный волонтер употребляет наркотики. Респект. Ой, в смысле, осуждаю. Работает спасателем, завещал органы больницы, вынесла из огня щенка. Так надо ее убить, блядь, органы больницы пойдут. Грабит караваны, травит животных. Врач, поставивший неверный диагноз, купил дом родителям. Знает 5 языков, отговорил мужчина от суицида, снимает ток-тик на кладбище, завел кота, чтобы его научить кодить. Да как будто, блядь, левых надо сводить, я не знаю, они какие-то щифу бесполезные. Играет в азартные игры, крадет из магазинов, сбивает людей на машине и играет на инструментах ночью. Берет займы, не возвращает, защищает собственным отражением. Блин, налево, потому что минус 2 будет. Все у**ки, здесь просто минус 2 будет. Разбрасывает носки, режет вены, берет взаймы и не возвращает. Ну раз режешь вены, давай я тебе порежу на туловище, чё ебать. А ты возвращай долги в следующей жизни. Закончил учебу с отличием, придумывает мемы, жертвует деньги больным, очень бедна, играет в азартные игры. Ребят, ну сорян, у нас слева как бы и так инвалид, который придумывает мемы, без него и так было бы скучно. Поэтому давайте-ка вот этих уберем, там хотя бы полезный человек есть объективно. Защищает права животных, режет вены, грабит караваны, любит аниме. Что ты сказал? Обожает поезда, любит петь, но не умеет, неизлечимо болен, ест коней, берет взаймы, не возвращает, сбивает людей на машине. Стреляла в президента, работает спасателем, купила дом родителям, запустила успешный стартап, любит пиццу с ананасом, защищает права животных. Блять, ну а президента стреляла.
Я не знаю. Ну это ест коней, но хуй коней ест. А это может, ну, в следующий раз попадет, я хуй знает. Вы будто бы сдерживали себя, старались сохранить нейтралитет и не вмешивать стандартный ход вещей. Ну что ж, это ваш выбор. В смысле, какой ход вещей? Самое ненавистное имя Эмма. Любимая черта, закончил учебу с отличием. Реально? Я вообще об этом не думал. Акт 3, информация. А, лазерный меч, либо инвалид. А, типа что я получу? Либо женщину, либо лазерный меч? А, конечно. А, еще и бобра! Так, да, бобер и лазерный меч, имба! Так, собачку или сову? Собачка пусть будет жива. Сову за собью. Она сама виновата, что она не улетела. Она может улететь, она просто тупая. Водку или деньги? Ну, водку я... Нахуй водка. Я лучше водку... Прям? Все, минус водка. Экстренный выпуск. Счастливая пара кролика выжила. Они расплодились и теперь поедают все посевы пшеницы. Ой. Люди голодают, милорд. Ой, мама, я в газете. Ужасно ядовитые отравы уничтожены и больше не будет мешать людям. Улицы городов наполнились толпами счастливых спасенных. Водка в прошлом. После гибели последней совы волшебные школы отказались присылать классические письма. Блять! Электронные попадают в спам. Волшебники начинают вырождаться. Блять, а мне помню волшебников, я магл. Дедая или цветки? Ну, цветы задавлю, нахуй. Пирата или... Я не хочу, чтобы были пираты на свете. Арр! Ты... Блять! А знаете ли вы... Я случайно, блядь, я не хотел панду резать. А знаете ли вы, что найдено место, где каждый может сказать все, что он думает? Может щебетать о чем угодно, и никто вас не осудит. Даже если вы очень любите букву X. Блять, так и знал, что надо было, блядь, ебаную птичку давить. Я твиттер создал. Свежие новости. Многоженство, правда или вымысел? Неужели можно жить с одной женой? Конечно же нет, это очень вредно для здоровья. Заводите много жен, будет счастье, полный дом. Да, респект, база, это база. Зачем жить, если грустная новость пришла к нам прямо из зала суда? Капитан Джек Водохлеб проиграл дело, его суженый теперь может какать во всем доме. Блять, грустно. Демократия или женщина? Типа либо Зе, либо... А что выбрать, блять? А-а-а! Котопес или Цезарь? Котопес. Вперед, блядь. Задавим. Не, ну а чё, я не против. Зачем жить, если благодаря умелым селекционерам выведена новая порода животных, котопёс? Он и дом охраняет, и мурчит отлично. А знаете ли вы что? На Земле закончилась нефть. Повторяю, закончилась нефть. Правительства многих стран официально отказались от демократического устройства. Нам за это не платили. Вам нравятся эмоции в реальной жизни? С этого дня, если вы уставшие и хотите спать, над вашей головой будет появляться эмоция Z. Все спящие люди будут довольны. Охуенно. Грибы либо мишка? На грибы. Так, либо мужика. Кофе из Starbucks, кофе говно. Я уже не пью 2 месяца, я говорил? Человека с идеей или овцу? Овцу нахуй, у него есть идея. До свидания, овца. Репортаж с места. Дети всех стран проснулись с радостной новостью. Сегодня вышло продолжение истории Винни-Пуха. Мама, я в газете. Хотели себе клона? Никогда не будет такого. Клонирование запрещено и больше никогда не будет разрешено. Долой рабский труд клонов. Овечки спасены. Нам за это не платили. Будущее не просто рядом, оно уже наступило. Виртуальная реальность вокруг нас не выдумка, это реальность. Мы все живем в матрице, задумайтесь. Скорее используйте очки виртуальной реальности. Вы настоящий маньяк. Ну или просто пытались получить достижение, его у нас нет, кстати, так что простите. Отличные выборы. Спасибо. А чё, я все прошел, что ли? Лорби значит лох, говорил сам Джонни Депп. За меня горы стоит лишь школьный туалет. Будь он хоть накачан, сексуален и богат. Этот бака не пожарен, этот бака уебан.